Подстанция Чимчира-2, которая обеспечивает западную часть района, вышла из строя. Из-за перегруза сети взорвался выключатель 110 тысяч киловольт. Впоследствии вышел из строя силовой трансформатор. Где он должен был 15 лет прослужить, у нас он служит 2-3 года вот так вот. Он практически новый. Ему 5 лет от силы. Новый ставили сюда. Кстати, вот это около 1,5 миллиона стоит то, что сейчас взорвалось. Оно еще 10 лет могло прослужить. И вместо него, слава богу, что это у нас еще оказалось в наличии, вместо него будем ставить новый. А если замены не будет? А если вот не было бы, другое что-то полетит, замены нету, все, так и будем. В пятницу с обеда до поздней ночи бригада РУП-Черноморэнерго проводила ремонтные работы по замене выключателя. Перегрузы очень сильные. Это, если в прошлом сезоне, в прошлом году, если в сезон, там, скажем, было там 50 ампер, то сегодня 100 за 100. Это вот почти в два раза, там даже больше нагрузки, из-за чего это всем, наверное, понятно, но это все влияет на то старое оборудование, которое не рассчитано на такие вот, на такие всплески. Причина – активная деятельность майнеров. На сегодняшний день многие в Абхазии занимаются майнингом. Лишь малая их часть официально зарегистрировала свою деятельность и платит за потребляемую электроэнергию. Причина одна – перегруз системы. Перегруз идет колоссальный. Мы пришли на порог вообще катастрофический такой, через который мы уже дальше будет коллапс энергетический. Мы останемся, Абхазия останется без электроэнергии, даже не знаю выхода. Идет интенсивная борьба за запрета, народ не слушает. Мы не знаем уже, как что бороться. Что вы собираетесь делать? Как с этим бороться? Как бороться? Все вместе должны бороться. Там и силовые структуры должны быть, и мы, и народ должен, те, которые этим занимаются, услышать нас. Не думай только о своем кармане и о своем благополучии. А рядом, что старики, старушки, дети без света сидят, об этом немножко должны подумать. Если они патриоты, немножко, пускай меньше подумают о своих карманах, подумают о народе. Главный инженер РУП-Черноморэнерго Тимур Кация также добавил, что из-за энергоемкого майнинга, биткоина и других криптовалют Абхазия оказалась на грани кризиса. А зимой ситуация значительно ухудшится, даже при условии перетока электричества из России. Хочу, чтобы услышали, поняли, немножко вошли в положение. Они живут в Абхазии, для Абхазии. А то, что вот поток из России. А какая разница, поток из России? Поток у нас трансформаторы взывают, пусть с Турции будет это, не знаю, с Америки пусть будет электроэнергия. Какая разница? Местные вот эти подстанционные перегрузы, это не имеет значения, откуда электроэнергия. Даже хуже будет, потому что у нас напряжение низкое, и как бы это самое, чем выше напряжение, тем выше ток нагрузки повышаются. Еще хуже будет. По словам специалистов, решение вопросов майнеров должно быть комплексным, с задействованием всех структур нашего государства. Энергетики призывают жителей республики, занимающихся этим видом деятельности, с пониманием отнестись к происходящему, ведь наша энергосистема находится в критическом состоянии. Сария Кварацхелия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.